Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим телескопическую вытяжку бренда C-Arca, модель Turbo 50 Brown. Как мы видим, вытяжка выполнена в корпус металл, коричневый цвет. Данный оттенок цвета будет совпадать в большинстве случаев с плитами также коричневого цвета. Цвет подобран заводом-изготовителем удачно. Так, рассмотрим габариты данной модели. Ширина вытяжки у нас будет идти 500 мм. Глубина с закрытым телескопом 300 мм. С вытянутым телескопом на максимум глубина будет идти у нас 435 мм. Ширина моторного отсека 290 мм. Высота 160 мм. И глубина 190 миллиметров. Сразу сверху мы видим выход 120 диаметр мотора с двумя лепестками обратного клапана. При необходимости их можно демонтировать. Также еще можем наблюдать, пока вытяжка в таком положении. Есть вот такой вот бортик. Благодаря ему фасад шкафчика будет упираться в этот бортик и не будет дверь проваливаться вглубь ящика. И ваш фасад будет идти ровно с передней панелью вытяжки. Также, что хочется рассмотреть еще, стоят два жироулавливающих фильтра. Фильтры бренда Adeka, немецкого бренда, в защитной пленке. Ее после монтажа мы демонтируем. Размеры будут идти 395 мм на 200 мм. В комплекте их два. Так, как мы видим дальше, вытяжка телескопическая, есть предусмотрена интересная канавка для пальцев, чтобы было удобней поднимать, ну, вытягивать вытяжку и не вымазывать переднюю панель. Также мы видим две лампы галогенного освещения по 20 Вт каждая с патроном GU10. Рассмотрим ее управление. С левой стороны мы видим управление светом. Данные лампы 20 ватт мощностью, теплый свет, можно заменить легко на лампы светодиодные. И с правой стороны мы видим управление. Клавиши у нас колыбельные идут. Послушаем вытяжку на первой скорости. В вытяжке стоит мотор производительностью 720 метров кубических в час, мотор тихий. На первой скорости вытяжка работает очень тихо. Переключение между скоростями происходит плавно. Вытяжка также работает тихо. И третья скорость. Вытяжка у нас работает на максимум. Выдает 720 метров кубических в час. И работает, я бы сказал, даже тихо. Так, благодаря чему эта тихая работа у нас достигается? Стоит в данной модели двигатель К23. Которого дает максимум 720 метров кубических в час. Есть возможность установки на двигатель угольных фильтров. Благодаря им вытяжка может работать в режиме рециркуляции. Проводка, изоляция проводов сделана все аккуратно. Жесткая защита. Так, смотрим. Больше всего мне нравится в данных моделях система замены лампочек. Все очень легко и просто. Достаточно надавить на фиксатор патрона, сделать полоборота влево и извлекаем лампочку. Патрон стоит GU10, лампы распространенные, легко найти, легко заменить. Все, убрали, пружина затянула фиксатор, лампочка стала на свое место без каких-либо усилий. Что хочется еще добавить про данную модель. Небольшой вот этот моторный отсек выполнен из пластика. Он дополнительно гасит шум и вибрацию. Благодаря ему и без того тихий мотор работает еще тише. По монтажу добавим еще. Делаем в нижней крышке ящика монтажное отверстие. Только под моторный отсек. Потом вытяжку вставляем снизу к ящику и фиксируем через монтажные отверстия к
коих предостаточно в данной модели, нижней крышки ящика. За счет небольшого корпуса моторного отсека между боковой перегородкой ящика и корпусом двигателя у вас остается небольшое пространство с двух сторон, которого вполне хватит для таких небольших предметов, баночку там со специями поставить, небольшую бутылочку, ну, мелкие там какие-нибудь кухонные аксессуары. Что в общем и целом хочется сказать про данную модель? Вытяжка телескопическая, удачный коричневый цвет, самое главное, тихий производительный мотор 720 метров кубических в час с тремя скоростями и галогенным освещением станут хорошими помощниками на вашей кухне. Пользуйтесь вытяжками бренда Циарк.